человеком, это не очень красиво смотрится. Я больше за худобу, за рост и так далее. Не знаю. Он черного цвета не может. Но на... А у вас показа не будет в вашей коллекции? Конечно, я планирую в будущем. Ну, может быть, так кушаешь? Да, сейчас. А тени у меня чаще всего бэка, но сегодня я не красила глаза. Вы рекламируете пластическую хирургию, но я бы на вашем месте этого не делала бы. Носы лучше всех делают в Грузии. Ребят, я никого не рекламирую, я лишь отвечаю на вопросы, которые интересуют моих подписчиков, и все. А реклама у меня платная, мне за это никто не заплатил, чтобы кого-то рекламировать. Самая ненужная покупка, которую ты сделала... Ой, у меня таких покупок очень много, ребят, очень много, я даже боюсь перечислить. Айна нету рядом. Толстовка, она сейчас представлена у нас в бутике, стоимость 5500, размер стандарт, она, кстати, удлиненная, прикрывает попу, очень удобно. Часы покажите, показываю часы. На губах карандаш NYX 855 номер. Но в последнее время вы очень изменились. Я надеюсь, в лучшую сторону. Чехол на телефон стоит 3500. Спасибо огромное. Ребят, ладно. Я посидела с вами подольше. Некрасиво будет кушать на камеру. Хотя вчера под хиты шуры я ела крабовый салат. Я не игнорирую вопрос про рост, я просто не все вижу. Мой рост 1.73 м. Спасибо огромное. Мила. Почему нижний? Ну, ребят, я же не могу быть вся ровная, идеальная просто. Я, конечно, понимаю, что вы привыкли к этому, но я не могу такой быть. Легко принимаете решения? Да, однозначно. Я очень быстро и очень легко принимаю решения. Спасибо огромное, ты красотка, спасибо. Ножичка, скажи, пожалуйста, как выйти из депрессии? Займитесь любимым делом, сходите с подругами в кафе, развейтесь, покушайте любимую еду. Посмотрите фильм какой-нибудь хороший. Опиши типичный день из твоей жизни. Типичный день из моей жизни. Это утром я встаю, быстро пью кофе или чай с мамой, потом еду в офис. Около часа-полтора провожу в офисе, потом оттуда еду в Рио. Потом могу поужинать в ресторане Seasons. Ну и так, это самый такой типичный прям день. Легко заводишь новые знакомства? Нет. К сожалению, я считаю, что нужно фильтровать свое окружение максимально. Молодец, а то живут в прямом эфире, это неуважение к подписчикам. Ну, мне кажется, просто не очень красиво, поэтому не стоит. Точка по гороскопу Дева. Ну, не сказала. Ребят, моя мама ближайшим мне еда остывает. Какое любимое блюдо в Сизнесе? Однозначно ризотто с белыми грибами. Кто не пробовал в Сизнесе ризотто, обязательно попробуйте. Это самый вкусный ризотто в Москве. Правда. Честно. Очень хочу открыть магазин в Ереване, дай бог. Какая марка спортивных автомобилей тебе нравится больше всего? Ну, не знаю даже. Разные машины мне нравятся. Вы очень образованная, добрая и умная. Спасибо большое. Самое лучшее. Спасибо огромное. Ладно, ребятки, я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. Может быть, попозже еще к вам зайду.